друзья мои, мы с вами сегодня идем в магазин, где продается много-много обуви, много-много сумок. Мы с вами часто в нем бываем. Это наш самый большой канадский универмаг. Кто не знает, я живу в Канаде. Значит, сейчас здесь вот летняя распродажа. Очень много всяких интересных, приятных, симпатичных вещей. Так, кто меня знает, тот знает, что я неровно дышу на такую вот всякую вот такие вещи. Значит, стоили они 225, а сейчас 122. Ну, перышки, конечно, на сотню долларов и потянут. А вот такие же черные, это тот же бренд, да? И тоже стоит 122 доллара. Ну, это дорогой магазин, хотя продаются в нем вещи всякие. Есть какие-то, знаете, такие, есть дорогие вещи, есть не очень. Есть, мягко говоря, просто всякая дешевка, которая стоит дофига. Именно потому, что это очень старый канадский магазин. Один из самых старейших магазинов в Канаде. Люди его здесь любят. Люди к нему относятся с доверием. Люди, очень многие приходят сюда за покупками, несмотря на безумные цены. Поэтому они как бы позволяют себе вот так вот жестить. Но я вам хочу сказать, что он, конечно, теряет свою популярность, потому что надо же иметь совесть, да? Ну, короче, ну, здесь, конечно, есть довольно дешевые вещи. Ну, вот, например, вот эти босоножки стоят 35 долларов. Это вообще, можно сказать, даром. Но они не кожаные. Ну, приятный, симпатичный, удобный каблук. Вот самые модные шузы последних нескольких лет, можно сказать, десятилетия. Продают их за тоже 35 долларов. Ну вот, хорошие же, легкие, удобные. Резиночка здесь на широкую ногу, тоже не кожаные, но очень даже ничего. Вот эти, кстати, черные. Но нет моего, конечно же, размера, а размер у меня 35-й, даже немножко меньше. Поэтому, когда меня просят и говорят померить какую-нибудь обувь, я не могу, девочки, у меня никогда нет моего размера. И поэтому я как бы не очень, ну как бы мне трудно найти что-то на себя. Так, мы плавно перешли в отдел сумок. Это бренд называется Nine West. И он довольно недешевый. Но видите, такой, ну вот, 140 долларов. Так, я сейчас отойду подальше от кричащих детей, потому что я понимаю, что вам это не доставляет удовольствия, но что мне делать? Calvin Klein. Вот этот магазин полон вот таких вот. Так, орущие дети идут за мной следом, я тогда пойду в другую сторону. Магазин заполнен брендами вот такими вот, типа Calvin Klein. Кто это у нас? Это тоже Nine West, Guess, значит, ну, все очень базовое. Карл Лагерфельд, я никогда не могу выговорить. Слушайте, здесь появилось много вот этих Nine West, которых раньше не было. Вот бренд Dune, по-моему, он не канадский, 115 долларов, хорошая такая базовая сумка. Так, я пытаюсь как-то отойти от... Столько здесь людей сегодня, здесь вообще никогда никого нету. Только народу очень трудно снимать, потому что шумящие дети и недовольные люди, которые не любят, когда их снимают. Ну вот, Calvin Klein. Вот такие вот вещи, 188 долларов. Это мы уже смотрели. Сейчас народ разойдется, я вам поснимаю что-то еще. Вот он и Карл. Вот, кстати, и Карл. Как вам нравится вот такая сумка? Что вы думаете по поводу Карла? На них сейчас 20% скидки, но не на Карла, а на Kate Spade. Это другой бренд. Я сейчас подойду, поищу, если он есть. Вот такая вот типичная сумочка Карла со всякими котиками, с самим Карлом, сердечками. Вот тут большой шопер с его профилем. Вот такой вот небольшой, такая маленькая сумочка. А, Kate Spade, здесь платки. Вот на них 20% скидки. Так-то они стоят 68 долларов. Приятные расцветки.
Вот такая вот красивая яркая расцветка. Сколько стоит этот Карл, я не пойму. Этикетка где-то запрятана внутрь. А нет, вот. $278. А вот этот шопер стоит тоже $278. Ну да. Так, что это у нас? Сэм Эдельман. Это очень дешевый бренд, который всегда копирует всех. Гес. Это не очень дешевый бренд, который тоже копирует Праду и вообще все остальные бренды. Он не очень популярен в Канаде. Он был когда-то очень популярен в Канаде. Потом его популярность пропала. Но, тем не менее, он довольно дорогой. $130 стоит вот такая маленькая сумочка. И это не кожа. Что заставляет их думать, что люди будут покупать их сумки не кожаные за такие деньги, я не знаю. Но, тем не менее, раз они продаются, как говорится, знаете, раз эти звезды зажигают, значит, это кому-то нужно. Так, это какая-то куча всякого непонятно чего. Не очень такого. Так, давайте посмотрим, что здесь еще есть. А, вот, ну вот, Марк Джейкоб. Это уже бренд довольно достойный, и он и стоит $595, ну, то есть 600. Вы все знаете эти сумки Marc Jacobs, Tote, вот это вот оно называется. Они есть разных, вот это кожаные. Это сделано из такой дерюшки за, кого знает, я не вижу цену. Вот она, вот эта вот черная, эта сумка самая популярная и очень подделываемая сумка Марка Джейкоба, вот это The Tote Bag, которая сделана вот из дерюшки, вот такой вот, они с разных цветов, разных размеров, они очень вошли в моду и поэтому их как бы продают везде, вот прямо вот так вот, с такой вот надписью, и вот так вот продают подделки Марк Джейкоб совершенно без зазрения совести. И вот эти вот маленькие сумочки, мы все их знаем. Они очень давно тоже продаются. Они тоже, кстати, были очень популярны. Вот такие разноцветные ремни. Вот они даже есть какие-то такие с такой махрушки. Марк Джейкоб. Это, видимо, что-то летний вариант. А я не вижу здесь... Ну, вот еще Марк Джейкоб разные. Вот эти, кстати, удобные маленькие чехлы для телефона. Ну, то есть вот такая сумочка, что в не... вот это вот, что вы можете положить в нее телефон. Там ключи от машины, помады, и у вас еще останется место для даже кошелька, наверное. Значит, $156 он стоит. Вот эта малюсенькая стоит $189. Да, вот они есть, видите, много разные кошельки. Маленькие сумочки вот такие вот. Вот они. Вот сейчас написано, что у них на них 30% скидка. Это очень известный, давно известный всем фасон вот этих сумок Marc Jacobs, которые очень-очень-очень были популярны какое-то время назад, и сейчас так немножко их популярность поутихла. И вот эти вот ремни, по-моему, из ткани, они первые придумали их делать. $416 стоит вот такая сумка, несмотря на то, что их популярность поутихла, но тем не менее они вот так вот стоят. Значит, здесь есть бренд Сибай Хлои, вернее, Клоя, правильно это читать, тоже 30%. Это, ну, как бы, это такая более дешевая версия очень известного дорогого бренда Клоя. Вот такая сумочка маленькая, продается за $469 на распродаже, стоила $670. Это тоже довольно известный фасон бренда Сибай Хлои. Вот такие вот, с такими вот кольцами. И здесь их, видите, много разные всякие. Я, кстати, раньше не видела их здесь, в этом магазине. 413. Вот это вот с кольцом, ключиком и такой вот висюлькой, где написано Сибай Клоя. Вот такого фасона, вот такие вот сумочки. Значит, их очень они были модны какое-то время назад. Да, вот они все по 400 с чем-то, видите, даже совсем такие малюсенькие. Но они, конечно, кожаные, хорошего качества. Повторюсь, это такой бренд, ну, скажем так, бюджетная версия бренда Клоя. Сибай Клоя, но это тот же самый хозяин, это та же самая компания. Кстати, вот еще Марк Джейкоб, видите, вот такие тоут-бэкс, вот такие вот большие, по-моему, это новые. А может быть, я ошибаюсь, в общем... Тоже Марк Джейкоб, желтая сумочка. Вот такая. Так, магазин этот небольшой. Здесь очень маленький выбор сумок. Обычно здесь у нас еще продается фирма Coach известная и Kate Spade. Но здесь ничего этого нету, поэтому я ушла в украшения. Значит, $40. Здесь, кстати, бывают симпатичные украшения с
Смотрите, вот, например, вот такая вот цепь, состоящая из разноцветных камушков. Вот брошечки наши любимые. Но это, конечно, современные броши, не винтаж никакой. Но они очень неплохо выглядят. $22 они стоят. Вот такая вот с жемчужинками красивая. Здесь есть симпатичные серьги, например, которые можно вот надеть под это ожерелье. Какой-то бренд Сезан. Но это не тот французский бренд Сезан, который известен, а я думаю, что это какой-то наш. Что-то наше местное, хотя я, честно говоря, не знаю. Какой-то новый бренд, я его здесь никогда не встречала. В этом магазине очень симпатичная бижутерия. Так, вот это один из брендов, который я вам уже, по-моему, показывала. Значит, на них носили сейчас 50% скидка. То есть, если он стоил $28, то сейчас он будет стоить $14. Вот такое вот украшение. Довольно не очень дорого. Я бы сказала, что даже вполне себе так бюджетно. Красивое какое с бабочкой. Видите, такая цепь с бабочкой, которая тоже 50%, 26, значит, сейчас она стоит 13. Так, это непонятно что. Вот мне еще интересно вот это посмотреть. Это прям такое, знаете, все как мы любим. Целый воротник такой сделан из блестящих камушков. Он стоил $40, значит, сейчас он стоит 20. Это довольно бюджетно. Мне кажется, что это вообще почти что, можно сказать, что и дешево. Здесь есть вот такое колье симпатичное, состоящее из вот таких вот цветочек ромашек. Ну, очень неплохо. Значит, 26, но на нем не написано, что на нем 50% скидка. Хотя, по-моему, здесь 50% скидка на все сейчас. На все вот украшения вот этой компании. Посмотрите, какая интересная цепь. За 15. Вот что она стоит. Стоила 30. Вот такая вот цепь. Вся усыпанная, звенья усыпаны камушки. Камушками будет такими прозрачными стразами. Ничего, да, очень даже ничего. Так, давайте повернемся. Здесь немножко другая распродажа. Здесь можно купить одно украшение, и второе будет бесплатно. Так, вот такой стоит 24, вот такие вот большие серьги. Но это все костюм jewelry, то, что у нас называется. То есть это все украшения для, ну, как бы, костюмные украшения, большая бижутерия, которая, конечно, на любителей, но 36. Вот такие вот большие бусы. Или вот такие вот, смотрите, какие красивые нежные камушки за 28. Ну вот здесь не полцены, но можно купить два украшения, у вас тогда второе. А, вот эти вот ромашки, это здесь висит, оно не 50%, а у него полцены. Так, здесь тоже. Одну покупаешь, вторую бесплатно. Смотри, красивые серьги. За $20. Если найти, вот, например, еще одни серьги, то вы заплатите $20 за две пары. Ну, очень, очень интересные, очень необычные. Так, или вот эти, например. Тоже прикольные. Они тоже в разделе, значит, одну покупаешь, вторые. Вторая пара бесплатно. Вот такие пластиковые интересные. На, в отпуск на юг. Это просто очень-очень классно. Ну и здесь есть вот такие вот всякие вот эти вот такие прям явно летние отпускные украшения. Вот такое украшение из бусин. Здесь такие длинные сатуары. Вот это мне нравится, довольно интересное. Длинное такое украшение, и оно стоит $30. Но если найти еще одно тоже за 30, то вам оно будет стоить 15. Вот такие вот красивые. Здесь серебряные. Здесь тоже одно покупаешь, второе бесплатно. Вот посмотрите, какие красивые серьги. Люстры. Вот прямо огромные. Но это, конечно, на выход. Жемчуга искусственные. В общем, очень много. Здесь, конечно, есть и маленькая бижутерия, обычная такая. Но просто я люблю большое, я снимаю то, что мне нравится. Вон, посмотрите, какие интересные. Здесь много, очень много такой красивой, интересной бижутерии. Именно на какой-то праздник, на выход, торжественная. Не на каждый день, конечно.
В общем, если нужно, то здесь можно найти то, чего не везде, не во всех магазинах продается. По двадцатке они стоят, эти серьги. Вот такие длинные жемчужины. Тоже красиво. У них, кстати, неплохое качество. Они довольно хорошо сделаны. Смотрите, какое колье. Всего лишь за сколько? $30. Вот такие вот сердечки блестят, переливаются. Это чокер. Даже очень, если вам нужно какое-то мероприятие или событие. Но это уже вообще какие-то... Тут, по-моему, это слишком. Это уже просто $24. Конечно, это немножко too much. Вот тут всякие браслеты. Вот такие вот сердца. Ну, это все... Ну, еще раз, тысячи первый раз скажи, что это все нарядное торжественное украшение. Ну, это тоже как бы имеет место быть. Ну, вот эти, например, они не ужасно торжественно нарядные. Они как бы просто милые, симпатичные, большие, яркие. Но это не обязательно что-то такое супер-пупер, там, типа на свадьбу, там, что-то такое. Вот эти, кстати, очень нежные. Там было колье из такого же цвета камушков. Смотрите, красивое, да? И вот тоже, если вам не очень хочется совсем большие, вы можете купить вот такие же поменьше. Вот эти прямо милые. Стоят они тоже $24. Они все примерно в одну цену. Очень даже симпатичные. По-моему, там, кстати, написано, что это кубик циркония. Если я... Да, видите? Кубик циркония. И вот они, в принципе, не стоят уж так дорого. В общем, здесь много всяких. Вот такие. В общем, серьги-люстры. Вот такие вот колье из шариков. А вот есть колье под эти серьги. Ну, это очень как бы на любителя. Опять же, ну вот, посмотрите, видите, вот такой вот набор. Очень нарядно и очень торжественно. Я никого не знаю, кто бы это на себя вот так одел в таком варианте. Вот смотрите, какой чокер интересный. Широкий, такой большой. Ну и опять же продолжаем. Вот, смотрите, какие интересные серьги. Это стекляшечки, стеклобусины и вот такой держалки. А есть такие же поменьше. Если эти шарики для вас слишком большие, то можно купить украшения поменьше. Вот видели там колье с шариками, а здесь есть вот серьги, такие пусеты шарики, которые можно подобрать к всех цветов. Камушки. Так. Вот колье такое, состоящее из таких вот пластиночек с бусинами в перемешку. Вот, очень красивое, нарядное колье. Тоже. Это все, конечно, на выход. Вот есть такие браслеты под эти сережки со стекляшками. Вот всякие разные. Смотрите, они все однотипные, но есть вот такого фасона серьги. Вот такие, все жемчужинами. Вот такие. И вот такие вот совсем большие. Есть вот такие вот крупные, многокаменные. И вот к ним тоже чокер такой же. Вот. Вот есть вот такой вот чокер поменьше, похоже на то, что я вам показывала, но немножечко поменьше. Здесь вот много всего разнообразные, всякие бусины, шарики. В общем, много интересной бижутерии, очень яркой, очень броской, неоднозначной, но вот колье, видите, можно вот такой вот под эти вот, под эту серию сережек с жемчужинкой. Вот разноцветные такие длинные. Так, здесь тоже серьги, это серьги другого бренда, они немножко подороже. Вот здесь вот тоже вот эти вот сезам. Я не знаю, имеет ли он какое-то отношение к тому сезаму французскому, про который я слышала. А, есть вот серьги, например, бренд Тахари. Это известный бренд одежды, но они, видите, делают украшения. Значит, стоят они сейчас на сейле $33. Но вы знаете что, если не знать... То можно подумать, что это белое золото с бриллиантами, чем нет. Очень, кстати, красиво, классического фасона серьги. Здесь много таких, такого типа. Вот здесь вот как раз много маленьких таких
нежных сережек, если вы не очень любите очень большие украшения. Вот вообще такие пусеты с голубыми камушками. Но это не серебро, это сплав какой-то, сплав бижутерн. А вот такие же, как вот эти, вот видите, висюльки. Только вот такие вот есть пусеты. Если вы не хотите висюльки, то вы можете купить. И они стоят 44, дороже даже, интересно, да? Ну, в общем, здесь интересно. Есть именно такие классические варианты для тех, кто не любит вот эти вот огромные сережки. Смотрите, вот есть такие вот с красным камушком, тоже вот такого типа, как эти, только с красным камушком. Ну, прям рубины, да. Есть вот такие интересные с розовым камушком, в центре белый. А это, кстати, клипсы, $20. Вот я говорю, что клипсы обычно винтажные, а вот нет, есть. Клипсы даже делают, которые сейчас тоже клипсы. Так, вот такие вот классические рубины, как бы. И рядом с ними, смотрите, очень симпатичные. Какие симпатичные ромашки. Почем они? $30. Но это более дорогой бренд, Тахари. Вот такие вот красоты, девочки, я вам показываю. Я надеюсь, что вам интересно. Я знаю, что у меня очень много любителей бижутерии на канале. Винтажные, не винтажные. Смотрите, это такие бабочки за $26. Это тоже известный бренд Yona & Lily. Я знаю его, они делают очень красивые украшения. Очень вот здесь, как раз видите, какие совершенно такие нежные-принежные. Жемчужинки, бабочки, немножко такие даже детские. Хотя вот есть и покрупнее вот такие вот. Ой, падает. А, все у меня падает. Нехорошо. Вот такие у меня упали. Сейчас я найду, куда их повесить. Так, вот жемчуга вот от этого бренда Cezanne. За $28. Кстати, они очень хорошие. Они, ну, конечно, не настоящий жемчуг, но они тяжелые абсолютно такие. Видно, что это, видимо, стекло. Очень хорошо сделаны. Очень красивые на самом деле. И вот, пожалуйста, они сейчас на распродаже за $28. Это вообще даже недорого. А вот, смотрите, какие миленькие подвинтажные. Как будто бы винтажные серьги. Очень красивые. Стоит $30. Дороговат, конечно, но здесь есть... нет, здесь нет никакой дополнительной распродажи. Вот цена и цена. Ну, посмотрите, они прям такие викторианские, винтажные серьги. Очень красивые. Ну что, девочки, я, наверное, с вами буду прощаться. Я вам много чего показала. Немножко сумок, немножко обуви. Здесь какой-то магазин неудачный. Я думала, что я здесь как раз поснимаю, что здесь будет всего много, а здесь очень мало. Давайте... завершим наш экскурс. $38, 50% скидка на вот такое вот колье. Абсолютно шикарное. Которое каждая сорока, конечно, увидев, полюбит. Или я шучу, на самом деле. Это, конечно, очень-очень-очень такой, знаете, цыганский барон, что называется. Ну, вот получается, сколько он получается? $38, это получается меньше 20. Ну, на любителя. Но сверкает, переливается, как ваши бриллианты, девочки, почти. Все. Всех люблю, целую. С вами была Дита из Канады. Надеюсь, что вам понравилось и было интересно. Увидимся в следующем видео. Всем пока. Пока.